Россияне скорбят по погибшим в Париже. Владивосток не исключение. К дереву дружбы с Францией горожане несут цветы и свечи. В Москве и Санкт-Петербурге люди начали собираться у посольств еще вечером 13 ноября, как только произошли террористические атаки. Первая произошла в разгар футбольного матча между Францией и Германией. Вблизи стадиона прогремел взрыв. После этого атаки идут одна за другой с интервалом в несколько минут. Расстреляны и взорваны посетители нескольких ресторанов, случайные прохожие. Самый большой удар пришелся на гостей театра «Батаклан». Трое вооруженных людей ворвались в зал во время выступления и открыли огонь по зрителям. На сегодняшний день погибли 153 человека, более 200 ранены. Город под контролем французской армии. Но местные жители отмечают, паники нет. Военные усиленно проверяют границы и автомобили. Там сейчас, конечно, большие пробки, потому что проверяют. Я вот сегодня съездила туда и смотрю, останавливают. В принципе, если вы на велосипеде или пешком идете, вас не остановят. Но и если у вас европейская внешность и номера, и лучше немецкие, то тоже останавливают, в принципе, вот восточных людей. Мария уехала из Владивостока в Страсбург 2 года назад. Общается с соотечественниками. Говорит, возвращаться домой из-за того, что сегодня происходит в Европе, никто не собирается. Россиян, которые сейчас находятся в Париже как туристы, экстренно на родину не возвращают. Туристическая отрасль в направлении Франции пока вообще никаких изменений не почувствовала. Это связано больше не с терактами, а с курсом евро. Спад начался давно, и сейчас он сохраняется. Но это не из-за обстановки, которая сейчас в Европе, конечно, неспокойная. Люди просто стали меньше посещать Европу. Дорого. Был бы курс евро пониже, спрос на это направление был бы выше. Для примера, у нас люди хотят отдыхать в Египте, несмотря на то, что там сейчас происходит. По информации Краевого департамента туризма, сейчас в Париже находятся 2 приморцев. Во время терактов они не пострадали и завтра вылетают домой. Несколько жителей края собираются посетить в ближайшие дни Париж. И от своих планов люди пока не отказываются. Екатерина Чернокова, Олег Буймиструк. Панорама.